22 июня в России – день памяти и скорби. В Мордовии по этому случаю прошел ряд мероприятий. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая шла 4 года и унесла жизни 27 миллионов граждан Советского Союза. И это только по официальным данным. Некоторые источники склонны считать потери куда большими. С ранским утром цветы к памятнику мордовским солдатам, не вернувшимся с фронта, возложили представители региональной и городской власти, горожане и гости Саранска. Дань памяти героям войны отдал Михаил Бабич. Полномочный представитель президента России в Поволжье в эти дни находится в Мордовии с рабочим визитом.